Славная Тульская земля. Здесь подвязались прославленные и еще не прославленные святые. Блаженная Матрона, Поленька Ракитная, Ефросинья Колюпановская, Иоанн Тульский, преподобный Макарий Жибынский, схи-архимандрит Иринарх из Товаркова, схи-монахиня Сепфора, монахиня Анна, просидевшая в лагерях 11 лет, ее наставница юродивая Дуняша, не пустившая своими молитвами немцев в Тулу. Она каждый день рано-рано утром обходила город даже под бомбежками. Так и говорила, что я ключиками Тулу заперла. Все видели над Тулой особый покров. По преданию, всю Тульскую землю еще в смутное время исходил святитель Николай. Он же является ее покровителем. Тульская земля была тогда пограничной с Литвой. Положение было тяжелым, и в этот момент как раз и был явлен прямо на болоте чудотворный образ святителя Николая с мечом. А недалеко от места явления был построен храм, который так и назвали – Никола Болотный. Патриарх Ермоген еще до того, как стал священником, был начальником одного воинского отряда, сражавшегося в XVI веке против литовцев на Тульской земле. Он был прямым участником обретения иконы. После такого чуда он решил сложить оружие, принять сан и стать в ряды духовных воинов. Потом уже, после обретения в 1579 году чудотворной иконы Казанской Божией Матери, будущий патриарх подарил Туле чудотворный список с подлинника. Этот список хранился до самой революции вот здесь, в соборе всех святых, где единственный в мире престол в честь страшного суда Господня.
С ним ежегодно объезжали все города и веси губернии с крестным ходом и для сбора пожертвований. При этом Матерь Божия творила много чудес. Об этом нигде не написано. Это было дано в Откровении еще одному тульскому подвижнику и великому старцу схи-архимандриту Христофору. О нем наш фильм. В миру отца Христофора звали Евгением, в монашестве – Евлогием. Родился Евгений в Липецком уезде Тамбовской губернии 3 февраля 1905 года. Был из потомственной семьи священников. В их семье было 8 человек детей. Отец его, протоиерей Леонид, был репрессирован в 1937 году и расстрелян. Первые его духовные шаги были вот в этом храме святителя Николая, который строил его дедушка, протоиерей Симеон. Здесь, за алтарем Никольского храма, он и похоронен вместе с бабушкой Варварой. По храму и весь их род получил фамилию Никольских. Мама Клавдия Семеновна была прозорливой, душа человек, очень любила странников. Незадолго до кончины, а прожила она за 90 лет, отец Евлогий постриг ее в монашество с именем Мария. Вот здесь вы ее видите на фотографии. 1937 году их дома вот находился, я вам покажу тогда, напротив церкви. Там осталась одна ель. Потом не была школа, а они жили у Животиковых. От Животикова отца забрали. В 1937 году начались репрессии. Сперва семью Никольских выгнали из собственного дома. Теперь на его месте стоит сейчас вот эта одинокая ель. Потом арестовали отца Леонида. Через год он был расстрелян. Может быть, вот в такой же братской могиле, как здесь, под Тулой, в селе Тесницкое. До войны Евгений работал в Калуге начальником технического отдела городской электростанции. После освобождения над ним несколько раз нависала угроза ареста. В один из таких моментов Евгений под Новый 1946 год пешком ушел в Тулу. Ушел, чтобы исполнить свою мечту и родительское благословение стать священником. Время тогда было суровое. Верующих, которые шли в храмы, НКВДшники останавливали, пугали, записывали, угрожали. Крестить, венчать, соборовать и отпевать приходилось тайком от властей. Клеймо антисоветчиков, антиленинцев уже висело над теми, кто исповедовал Христа. Духовная жизнь была вся порушена, как вот эта колокольня города Венёва. Но Евгений, несмотря на это, своих религиозных взглядов никогда не скрывал и готов был понести крест вслед за отцом. И когда был священником, смело вступал в споры с атеистами. Однажды его спросили, почему Бог один, а вер много? А он ответил, а почему партия одна, а там и левые, и правые, коммунисты, и троцкисты. Я пришла с нулями. Храм, я пришла в храм, у меня нули в голове. И вот что он мне рассказывал, я так слушаю внимательно.
задаю вопрос. И помню, я задала вопрос: батюшка, а почему у вас два креста? А он мне сказал: это один наградной. После 37-го войны здесь были трактора, кузнь была, вот все было переворочено. Эти иконы посняли, переделывали на парты, на двери. Я знаю, вот к одному мужчине привезли эти иконы, сделали двери куда-то, он отказался. Я не буду делать. И их эти двери, то есть иконы, привезли на ферму, бросили у колодца, вот ходили по ним. Некоторые забирали домой, вот у кого была возможность или как. И потом вот сейчас они вернули эти иконы. Все было на этих, на эти иконы. Перегораживали под зерно, и под трактора подкладывали, и топили, чтоб тракторист не замерзли. Он был во весь рост, но потом его обрезали. Обрезали вот так, обрезали, и вот так обрезали одни. А женщина видела, что они обрезают на санки. Да отняла у них, отдала взамен доставочки им на санки и отобрала. А после смерти они вернули моего реставрера Николая Водика. И говорил, что совхоза не будет. Спеши, пока совхоз существует, спеши быстро отопление делать. Не будет совхоза. Хороший директор, но его не будет. Точно. Только мы успели сделать, и совхоз развалился. И директор перевели, и совхоз развалился. Значит, он знал. Когда батюшка служил в Куркино, после службы за ним, как некогда и за его отцом, приехали на машине и увезли на собеседование в райисполком. Председателем райисполкома был тогда Николай Степанович Волев. Зашли в кабинет. Волев закрыл за собой дверь и как дернет батюшку за бороду. «Ну что ты такой молодой, распустил себя? Бороду отрастил, не бреешься?» А батюшка кивнул на портреты Маркса и Энгельса и говорит: «Прости меня, брат, тогда надо и их за бороды хватать». В то время вера затоптана была. Нельзя было ни в храмы ходить, ни детей крестить. Ну, по благословению батюшки Христофора я окрестила своих деток, ну, тайно, священника на дому. Я великая грешница и работала в обкоме. И он мне сказал: оставь обком, уйди. И батюшку меня забрал в церковь. Власти мне угрожали, потому что я положила партбилет, была партийная в обкоме. Угрожали, что нигде дороги мне не будет, что детям моим никуда, все будет закрыто. И они ходили ко мне домой, парторг приходил сам, долго ходили, кровь тянули, вот как через иголочку из меня вытягивали, что возьми партбилет. Возьми партбилет. А я слушалась, что Господь мне послал старца Христофора. Я слушалась его. И с тех пор батюшка окормлял меня. Окормлял. Когда я пришла в Дмитрия Солонского работать, то я увидела, что я такая неграмотная, я такая немощная, я не понимаю церкви. И матушка Феофания, а теперь она старец Пиама. Я ей говорю: матушка, как так? У меня высшее образование, и уже со стажем я, а я не понимаю церкви. Матушка, я у вас первоклашка. Она мне говорит: первоклашка? Ишь ты какая, как ты себе цену-то знаешь. Ты не первоклашка, ты нулевой пред Богом. А ты как думала прийти к Господу и трудиться Господу? Ты нулевой, а до первоклашки ты еще дорасти. Отец Христофор в Схиме, а мы его больше всего знали, как он был архимандритом.
и служил. Больше всего мы его видели в соборе Всесвятском и настоятелем в храме во имя Дмитрия Солунского. И мне посоветовали, говорит, ты поезжай к нему, батюшка особый. Ну и, конечно, назвали прозорливый. Я тогда не понимала, что это такое. А знаю, что очень хороший, добрый и ласковый. И что меня поразило, он такой был ликующий, глаза у него голубые-голубые небесные, посмотрел так на меня. Ну что, раба Божия? Говорит, да вот батюшка благословил, я не иду брать. Далеко ж собралась. Говорю, в Тынду. Куда? В Тынду. Так там ни одного храма нет. Через 2 месяца приедешь. Батюшка Христофор, вы не поняли, как 2 месяца? Я навсегда уезжаю из Тулы. Сказал, через 2 месяца, все. Ну, я тогда была непокорна, не поняла. Все равно уже билеты взяты, уволилась с работы и уехала. Но там я комиссию не прошла по здоровью, и через 2 месяца, ну, точно, прямо через 2 месяца приехала. И ложусь я спать. Господи, покажи мне духовную цель, какого мне выбрать, их было много больше. И вижу я во сне, подходит ко мне Христофор и дает мне Евангелие. Вот. Я это Евангелие взяла, проснулась, и тут батюшка пришел. И батюшка, я вас видел во сне, я от вас не отойду. Примите меня духовной дочерью. А он говорит, будешь слушаться? Я говорю, буду, батюшка. И вот так с этих пор я стала у него. Господь послал мне его. Да. Он только сказал так, что Господь должен прибавить 27 лет по молитве. Ну, прибавлено, видно, прибавлено, как уж батюшка умер, сколько лет прошло. Да, да, значит, Господь прибавил. В общем, пришла за мной машина, сели мы с матушкой и поехали к батюшке в Буз. Приезжаем, такой простой совершенно домик, там, на Агеево. А вот, и встречает нас матушка Михаила. Она за ним ухаживала. Такая женщина, ну, настолько жизнерадостная она, такая жизнелюбкая, и так она нас спокойно так встретила, с такой радостью проводила. Встречает батюшка, тоже такой очень ласковый. Ну, я ж не знала, кто батюшка Христофор, что для меня, ну, был он священник, конечно, в первую очередь, но дальше совершенно такой обычный, ну, больной, как и все мои больные. Он меня так очень ласково встретил, посмотрел, я ему давление померила, капельки прописала. И дальше мы стали разговаривать. Трудиться меня его просто поразило. Я такой человек, я в газеты я не очень читала, и до сих пор я как-то, а сейчас вообще не читаю, потому что я не верю, чему там написано. А в советские времена, ну, когда там, собственно говоря, ну, можно еще было за литературкой побегать, купить, почитать еще что-то. И вдруг батюшка меня там начинает спрашивать. А говорит, а вы читали вот в этой газете, вот то-то, то-то написано, а в этой то-то, а как вы к этому относитесь, а как у вас, какой взгляд у вас на эти вещи? Мне так было это стыдно, что я этого ничего не читала. Я ему говорю, да нет, батюшка, не читала. Все, что я хочу, вернее, желал бы вам выразить, прежде всего, самому себе. То, что, чему нас учит Иисус Христос. Он в Божественной книге своей, книгам книг Евангелия, говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обременения, и ад, упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, чему научитесь. Яко кроток есмь и смирен
сердцем. И обрящите покой душам вашим. Благословение всех концев земли, Иисусих в море далече, и милости, милости будет владыка о грехах наших. И тебе славу высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Батюшка был великий молитвенник. Молитвою своею он неоднократно вызывал дождь, остановил смерч, сшедший на Тулу, усмирил бандитский мир, затеявший разборки, и много раз разрушал бесовские козни экстрасенсов, колдунов, сорвал гастроли Кашпировского и им подобных оборотней. По его молитвам пьяницы бросали пить. Его видели стоящим у престола на полметра в воздухе. А еще рассказывали случай, как он одного человека, умершего в реанимации, воскресил. Духом узнал о его предстоящей кончине, внезапно пришел в реанимационную, покропил крещенской водой, потом нагнулся и три раза прямо в уста дыхнул. Покойник зашевелился, а батюшка тут же убежал. Врач он был необыкновенный. Иду к батюшке, я говорю: батюшка, я говорю, у меня глаз закрылся, что мне делать? А он говорит: ну мы полечимся, я тебе посылаю Серафиме Викторовне, заслуженному врачу, она тебе будет делать операцию. А было два клиента, одна тоже монахиня, и я, мы с ней обе получили благословение. Она батюшкин послушание не выполнила, поехала в Москву. А я поехала к тому врачу, которого мне благословил батюшка. Ну, приехала я, она меня так приняла, она с батюшкой дружила. Вот, так она со мной ко мне отнеслась хорошо, назначила мне день, ну и сделала на меня операцию. Сделала операцию, но я еще в три дня глаз был закрытый, а сама иду. Как на усе вспять, а я так на свет-то лежу, рот понемножку посвящается, понемножку, каждый день, понемножку. Потом недельчики две сравнялась, и мой глаз совсем стал видеть. Я стала видеть с ним, так видеть, как я видела. Рассказывал про доктор Газа, который жил до революции, девизом жизни которого было «Спешите делать добро». И, в общем-то, это был девизом батюшки, когда он со мной разговаривал. Он мне это всегда говорил, ну, каждый раз при встрече обязательно. И он всегда мне, он много рассказывал там случаев из жизни этого доктора, как там на него воры напали, шубу у него отобрали, а потом узнали, что это доктор, и шубу вернул доктор Газ, как он ходил по тюрьмам. И он мне всегда говорил, но он не мне говорил: «Серафима, ты спеши делать добро». Нет, он говорил: вот доктор этот всегда говорил: спешите делать добро, спешите делать добро. Вот понимаете, он все так говорил. Он ничего не говорил мне. Живи так, делай так, там, ходи в храм, там, соблюдай посты. Но то, что он говорил, то так я и живу поэтому. И вот это вот «спешите делать добро», это вот и до сих пор вот оно как у меня так стало основным, так оно и есть. Схожу к нему, меня помазали, а сама плачу. Он улыбнулся мне и говорит: не плачь, я тебе прощаю. Все, прощаю тебя. Все. Если ты заболеваешь этой болезнью, подхожу к нему: батюшка, что милочка мне милочка звала? То милочка, батюшка, мне плохая болезнь. Как плохая? Откуда ты знаешь? Батюшка, а что ты чувствуешь? Болей никаких. Батюшка, не переварит мне желудок. Он своим духом святым узнал, болезнь плохая. И говорит: иди к врачу. Батюшка, не пойду. Я чувствую, что плохая у меня болезнь. И если врач еще скажет, я не вынесу от одних
сомнений. Он говорит, ну хорошо, не будешь роптать на Бога. Я говорю, буду стараться вашей молитвой. Ну слушай, буду тебе лечить. Слушаю я его, он мне говорит, ешь морковку. Морковку варить так, вымой, промой, эту заднюю часть, где травка, отрежь и вари ее. Не доваривай и не переваривай, и ешь. А я морковку не любила, прямо подать немножко, я ее не переварила, тошнить. Вот, ладно, батюшка, посадил две морковки, поела. Хожу на его на службу, ее. Ну, мелочка уже. И мне позже сказали, как он молился у престола. Сейчас мы уже отмененные колено, священник молится у престола. Там были все видали в храме, как он молился. Каждый раз, ну как чувствуешь, батюшка, сейчас хорошо, тоже. А, ну и все. Вот он мне и исцелил за еще рака. Через 15 лет он мне сказал. Милочка, ты там была давно там была? Я была после операции, лопнул шов. Я к нему пришла прямо в церковь. Он давал крест, и батюшка, мне лопнул шов после операции. Он говорит, иди к врачу. Ай, батюшка, я не пойду, вы мой врач. Вы мой врач. Он говорит, нет, не я, Господь. Я говорю, первый Господь, а второй вы. И шел к моей, все обошлось, и я даже отошла, и все. Ну иди, говорит, положись, целить, пантелеймонца. Только я отошла, и все мне прошло. Это был великий исцелитель, что таких я не встречала никогда. Великий. И великий прозорливец. Но он только себе утаивал. И когда я уже все провалилась, все уже, и приходит сын, мама, что с тобой? Я ж тебя звала, говорю, Саша. Я не слышал, что с тобою? Не умирай только, не оставляй меня, я без тебя погибну. И он побежал за святой водой в наш родник. Мы живем рядом с монастырем, и у нас родник исцелитель Пантелеймон, сильная вода. Вот, пока он бежал, в это время, верьте, не верьте, прямо над кроватью, как бы вот на воздухе, в схеме батюшка Христофор явился. И я прям, батюшка, вы лечите? Он вот так вот сказал, молчи. И помазал мне, как всегда, приходил в келью к нему маслицем. Вот чело так помазал, маслиц в крестик. И мне так стало легко, легко. Вот. И прям сын входит и водой мне говорит, Саша, не надо. Мама, вон скорая пролетела, может тебе скорее? Скорая говорит, нет, Саша, мне теперь врачи нужны, у меня был врач. Он опять удивился, мам, как врач? Вот прям вот скорая, сейчас я могу вот прям сейчас на дороге вот ее прихватить. Саша, мне хорошо, он даже не поверил. Я встала, вот тут я поняла. Мне, конечно, что-то очистило, что-то такое все. Стало легко, я летала. Если бы, мне кажется, были крылья, я бы, наверное, летала до неба. Очень было легко. Тут я поняла, благодать как бывает. И спать не хотелось, не есть, хотя я мучилась. И пошла в храм Дмитрия Солунского. Поблагодарила Господа за все. Очень много детей больных обращались к батюшке, родители с больными детьми. И вот батюшка благословлял каждую недельку носить ребеночка в церковь, причащать, и также пить крещенскую водичку и просворочки. И дети исцелялись. А вот батюшка не говорил, за что дети болеют? Что? Ну, дети болеют, старч говорил, по грехам родителей. За родительский и прародительский грех страдают наши детки. Одна девушка пришла к нему. Батюшка, мне кладут на операцию. Но я боюсь операцию делать. Вот. Он говорит, ну, сходи. Вот, батюшка молился тут, она пошла в больницу. Приходит в больницу, проверка, говорит, а что вот пришел, тебя ничего нету. И
И она приходит, батюшка, мне вальчик не приняли, сказали, ничего нету. А ведь мне, они обнаружили рак. Да ну, вот дурак тебе, рак. Очень скромный, глаза всегда опущенные, на народ не смотрел, а все знал и все видел. А на глаза никогда не на народ не смотрел. Он вышел на исповедь, а толпа была большая постом. И стояла в народе девочка лет 14-13. А он говорит, вот девочка стоит, вот та девочка, с кем она пришла? А ведь на ней крестика-то нету, пойдите купите крестик. Батюшка, помолитесь о Коле, он, говорит, сам не хочет. Он, говорит, сам не хочет. И когда на исповеди он был, стоит задом, народ сзади его. А он стоит задом, не видит никого. И говорит, встаньте все на колени. Мы все пали на колени, а Коля стоит. А он говорит, я тебе что, грехи не дают, не пускают. А он не видит его, Коля. А я его за брюки вот так вот тяну, встань. Так он и не встал, опять тянул, он опять не встал. Опять говорит, ну что, грехи не пускает, а сам стоит к алтарю лицом. Читаю я. Вдруг у меня, я читаю на сон грядущий, а у меня вдруг мысль какая-то вошла в голову. Зачем это не идут эти мысли? Пришла, он сразу хоп, сменил так. Подожди, мысль пройдет, тогда будешь говорить. Я сперва прям испугала, говорю, вот, ну, сюда, чего, с кем я дело имею, он даже знает мысли. Вот опять читаю, мысли опять, хоп, откуда не лезу. Он опять, ну подожди, ведь он меня вот не останавливал, когда нет у меня мыслей. А останавливал, когда мысль придет, тогда он останавливал. Он, вот, ну, с кем я дело имею, он даже мысли знает, какие. Вот. Когда он умер очень интересно. Он умер, его только прям причастил батюшка, и он прям сразу умер. Минут 5 прошло. А раз душа с таким причастием, то она сразу полетела на небо. Пока ему, я не знал, что он умер. А при чем, кто его? Вот это Маслов Анатолий. Угу. Тоже покойник царства небесного. Протерей, я его упоминаю. Вот. Пока мы только ехали с батюшкой Масловым оттуда, а мы не знали, что он уже умер, потому что он причастил. Нам сказали, быстрее уходите, потому что нам некогда. Обед у них там, мы им мешаем. Всем они дверь закрыли, пусть, говорит, спит. А он вроде как глаза начал так заводить. Как вы, может быть, и он бы и умирал, но я этого не понимала. А батюшка, мне кажется, Анатолий Маслов, он понял. Он говорит, тебе не хочется еще зайти к нему? Я говорю, нет, я говорю, пускай отдыхает. Говорит, ну, тогда поехали. И вот пока мы ехали, батюшка уже дома Христофор отслужил ему панихиду. О, говорит, полетел Анатолий-то сам крестит, полетел. Михаил говорит, кто там у тебя полетел? Она с ним свободно разговаривает. Вот. Да, Анатолий, вот душа, говорит, полетела. Говорит, вон, давай, говорит, панихиду. Говорит, кто там у нас есть-то? Я знала намерение сына, знала, но к батюшке я не обращалась. И вот он один годик отслужил в армии, и там же сразу ему выслали литературу, и он стал поступать. И поступил. Прихожу к батюшке, даю письмо почитать, радуюсь, что поступил. Батюшка читает и говорит... А благословения-то не было ему поступать. Я очень плакала. Вместо радости у меня полились слезы. Он сказал, не было благословения Божьего ему туда поступать. Ну, я плакала. Потом батюшка, видя мои скорби, мои слезы,
И сынок-то не виноват, это же я его виновата была. Батюшка стал молиться. И по его святым молитвам, конечно, чудеса. Сынок закончил. Хорошее место сынку дали на Украину. Это военный городок. Все хорошо. И здесь Чечня. Нужно лететь на войну. У сына был вертолет Ми-8. Вот. И вдруг ему за 3 дня до отлета ему дают 24-ю. Огромная машина. И вот, и он говорит: мама, 3 дня до отлета, как же я не освоил вертолет? Вот как? Ну, батюшка Христофор благословил и сказал: Сережа, будь всегда в молитве, только с Богом, с собой иконка, чтобы была, живые помощи, и благословил его. И вы знаете, какие чудеса были у него вот на войне. Его 3 раза сбивали в воздухе, и он загорался и приземлялся на землю, и все оставались живые, никто не вредим, и вертолет не вредим. Один раз он говорит: мама, я посмотрел вниз, а там сварка работает, а это не сварка, это его сбивают. И вот такие чудеса. И он, когда вернулся, он сказал: мама, я чувствовал там Бога, я чувствовал молитвы, твои молитвы. Я сказал: сыночек, нет, мои – это мои, тебя вымолил батюшка Христофор. Вот. И, конечно, он простил, что мы его ослушались. И вот так сынок мой вернулся из Чечни, жив, невредим, без всяких ранений и на своем вертолете. Батюшка очень хотел, чтобы в храме Николы Зарецкого, старинное название Никола Богатый, как можно скорее начали совершать литургии. Известно его пророчество об этом храме. Когда храм еще не был передан епархии, батюшка говорил, что если будет отслужена хотя бы одна литургия, то Тула будет спасена. Кроме того, по словам батюшки, в этом храме покоятся никому неведомые мощи великого угодника Божьего. И действительно, в 2003 году, прямо в храме, вот здесь, в северо-западной части, были обретены благоухающие мощи иеромонаха Ефросина, жившего в середине 17 века. От честной головы святого текли потоки мира из камней, лежавших возле головы, даже из этой надгробной плиты. Батюшка ездил на обретение мощей преподобного Амвросия. У него была зимняя скуфья этого великого старца. Душой переживал за возрождение Оптины, Шамардино. Духовно их окормлял и посылал чад всячески помогать восстановлению. Он был активным участником канонизации и обретения мощей блаженного Иоанна Тульского.
Но главным детищем батюшки стала Колюпанова. Здесь покоится под спудом святые мощи блаженной Ефросинии Колюпановской. Раньше над могилой блаженной стоял храм Казанской Божией Матери. В революционные годы его разрушили до фундамента, могилу сравняли с землей. Это и сейчас здесь молитвами и благословением отца Христофора такое благолепие. Монастырь, два храма, келейный корпус, трапезная. А 15 лет назад здесь был пустырь да бурьян. Обитель блаженной Ефросинии Колюпановской – это великая обитель. По откровению явленному батюшке, благодать, данная этому месту, такая же, как и в Дивеево. Так Богу угодно прославить блаженную Ефросинию, княжну Вяземскую. Источник, выкопанный ее руками, имеет великую чудотворную силу. Батюшка говорил, что водичка там будет до последнего дня, даже при Антихристе. Она была пожена в терак у нее. И она его еще не знала. А так поговорила она с людьми, а ее благословили. Иди к батюшке Христофору. Но она такая, еще не знала его, приходит к нему. А он чувствует, что человек пришел Божий. И говорит, пожалуйста, позови меня, крестьяночку там, позови. Она пошла к нему, к елю пришла к нему. Садись, милочка моя, что с тобой? Батюшка, вот я болею, врачи сказали, что у меня рак. Ну, а мы помолимся, полечимся. И вот он ей прям дает благословение к Ефросинии Колюпановой. Вот поедешь туда, водички привезешь мне и себе. Она прям как посидела у нее, поговорила с ним. И приходит прям домой, берет посуду, вот как она послушание выполнила. Берет посуду и на поезд. Приезжает уже часа три туда, успела искупаться, успела водички взять, и успела приехать, и успела прям батюшке прийти. Михаил так вот, ой, только первая такая послушница. Только ушла, и уже приехала, и водички привезла. Ну, она выпила эту водичку, полечилась, приходит другой раз, а теперь еще поедешь, она второй раз. Так же опять выполнила, все привезла. Теперь третий раз благословляет. Третий раз благословил. Она поехала, привезла ему водички. Ну, а теперь лечись, дальше лечись. Все у тебя будет хорошо. Ну, и она, у нее прям сразу скорость все перервала. Все, куда сказать, все делался. Она идет к врачам, а врачи опешиваются. И говорит, Господи, ты только вчера с раком пришла. Ты что, говорит, где ты лечилась так? Она говорит, у меня такой батюшка был, который меня исцелил. Один раз я так пришла, он молился перед Матерью Божией Казанской. Я даже не могла перейти. Он был весь святости какой-то. Это было просто сияние невозможное. Я остолбенела. Ой, батюшка, батюшка наш молится. А Матерь Божия вся сияющая, все горит около него. Я так стою. Бог, какой батюшка наш милый. Вот. А после я спрашиваю, батюшка, Святая Матерь Божия, Святотворная. А он говорит, ты все видела, все знаешь. Это было такое сияние, что никогда никакого не видела. И он был молитвей такой. Да. Стоял он, и я даже не поняла, он ни о чем не стоял. Но он был в воздухе каком-то, в воздухе прям. Но я знаю, что он великий, таких великих у нас и не было. Когда я поехала в мужской монастырь под Эстонией, там сказали, вы откуда? Я говорю, что у вас морской старец. И вы, дескать, сюда приехали.
Я знаю, что он все, вот сидите вы, и он говорит вам, что у вас мысли какие. И все говорит. Ну что еще? Он человек насквозь видит. Сколько у него духовных чад. У него же там, когда хоронили, там нельзя глянуть было. Это ни одного генерала так не хоронили. Сколько людей он воскресил, и сколько людям здоровья дал. И всех знал, что в чем и как. И слепенький вид был тоже. Я его знала и зрячего, и слепенького. И все он говорил. И он всем говорил, что у кого родители в аду, у кого родители в раю, он всем говорил. Мои вот родители в аду, он говорил, молись, приноси очень много милостыни, вещи раздавай за их упокой и в монастырях подавай очень много. То есть это прям сразу дал ответ или там секунды? Ну, прям сразу, никаких даже разговоров нет. Я стояла на клиросе, и там стояла раба Божия, которая занималась плохими делами. И она... Прямо на клиросе стояла? Она тоже пела, она тоже была певчая. Вот. И она посмотрела на меня и говорит, «Ох, красавица, какое он у тебя платье красивое, да с кружевами! И кто же ты, сама вязала?» Я говорю, нет, я сама не вязала. Ну, а сама пришила? Я говорю, нет. И она прям раз меня хватает за кружево, как потрясла меня, потрясла. И это потрясла, и говорит, ох, как красиво связано. И отпустила руку. Закончилась служба, я вышла из храма, я сразу почувствовала, мне плохо. Мне плохо. И вы знаете, когда я вышла из храма, то мне трудно было добраться даже до транспорта. Трудно. Я чувствую, мне всю меня трясет, мне плохо. Немощь такая во мне, недомогание. И сильные головные боли, сильные. Но с Божьей помощью, с молитвой я добралась до батюшки. Домой не поехала, сразу к батюшке. Я чувствую, что я погибаю. Вот так было сильно тряхануто. И когда я подошла к калиточке, позвонила, вышла матушка Михаила, его келейница. Она открыла калитку, и я упала. Туда, в огород, я упала. Но она, конечно, помогла подняться, все, и прям к батюшке. Пошла в келью, сказала, что со мной так плохо. И батюшка отчитал меня. Он, конечно, никого не отчитывал, батюшка, но здесь была смерть. И он меня отчитал. И вы знаете, я от него домой поехала к своим деткам, как на крылышках полетела, как будто со мной ничего и не было. И вот в последнее время он говорил, что будет очень много чародеев. Люди очень увлекутся этим чародейством. И поэтому нам, православным, обязательно нужно знать молитву. Вот, и читать ее 100 раз в день, обязательно, в любое время дня, когда у вас есть свободное время. Молитва – это очень короткая, и запоминается очень быстро и хорошо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избави меня от антихриста, насилия вражия и чародейства. Аминь. Вот эту молитву он очень просил всем своим духовным чадам, говорил и просил всегда ее помнить до конца дней своих. Отец Христофор часто сталкивался в своей жизни вот с колдунами, вот со случаем колдовства? Батюшка... Много их было-то в те времена? Много было, много. И они стояли в церкви, они стоят как все люди, но старцам было показано, что они стоят спиной к алтарю. А как это было показано? Ну, Господь, это нам этого... Это он вам так говорил? Да? Да, вот как-то было такое, что он сказал, они все стоят спиной к алтарю.
когда приеду с Шамардином, ну, Милочка, рассказывай, как там дела, как они. Я все благополучно, батюшка, молятся за вас. Гостиничка вам прислали. Ну, давай, какие гостиницы? А мне Никона взяла, да два кулька Ладану дала. А ведь алочные мы все. И еще непонятные вдобавок. Я взяла, понюхала, один Ладан пахнет хорошо, другой немножко хуже. Дай-ка я смешаю. Ну, а потом сама своя рука-то владыка взяла, да и себе отсыпала. Думаю, батюшкам раздам. А не подумала головой своей, что к нему ходит исповедоваться батюшке, он сам раздаст. Тогда ему дала, четки ему передали, хлебушка я ему белого дала. Они там пекут хороший хлеб. Еще там кое-что дала. А потом Ладан дошло до Ладана. Я говорю, батюшка, вот тут ладанку давали, дали. А он говорит, ну дайте я пощупаю, осталось там что-нибудь. Прямо обличил меня. Я говорю, батюшка, прости меня, Христа ради, он вовремя сказал. Да я пощупаю, а там уже осталось. Ну, я так прилично оставила. Да. Но он мне дал, вразумел, что, дескать, что ты. Прихожу к батюшке. Батюшка, с такая радостная. И мне Господь послал, работу нашла. Батюшка очень переживал, что меня уволили. Вот. А он говорит, Милушка, ну и где же ты нашла? А я говорю, батюшка, в больнице, Семашка. А он говорит, Господи, какая Божья благодать, как хорошо в больнице поработать-то. И кем же ты? А я говорю, батюшка, по своей специальности, так, с радостью. Ну, плановик-бухгалтер. Вот. И экономистом они меня брали. А он говорит, опять главбух. Нет, не благословляю. Если б ты устроилась в больницу, нянечкой полы мыть, за больными ухаживать, больных кормить, горшочки выносить из-под больных, постельку под ними перестилать. Вот награда-то была. Вот радость такая. А это не радость. Не благословляю. И не благословил. Сейчас в нашей бедной стране такая преступность. Так много плохих людей. Нечестных, убийц, стяжателей. Вот как нам с этим жить? Всем все прощать. Они люди больные. Как врач относится к больному, он лечит его, не смотрит на то, каков он, что он, а лечит его. Так и мы лечить должны любовью, снисходительностью. Вот. Он больной, он болен душою, не умеет любить. Значит, что ж, ему нужен духовный врач. Духовный врач. Наша молитва и наша... Самые любвеобильные отношения к немощам человеческим. Я каждый раз его ощущал, как его силы покидали. Вот каждый раз он слабел, я это ощущал на своих руках. Когда последний раз вот это он говорил мне, вот. Потом, значит, взял меня, обнял, поцеловал меня, рукой там по голове там это гладил, как отец, вот как сына вот прям, вот. Потом, значит, маслом помазал с Иерусалимом, что ли, привезли или откуда-то. Я этого не знал, а потом я уже понял, что это он прощался со мной. Он знал, когда он умрет. Он сказал, он говорил, скоро... А, мое время подходит, скоро 12.
Мое время вот подходит. Часы отбивают, значит, в 12 часов. Он умер в 12:45. Вот. И вот тут вот я все, ну, понял, что он же был такой, что сколько я мог бы, ну, сейчас бы я ему задал 1000 вопросов. Отошел ко Господу отец Христофор 9 декабря 1996 года. В этот день некоторые очевидцы, находясь за десятки километров от Тулы, видели, как над городом стоял огромный огненный столб, уходящий в небо. Думали, что это чудо природы, а это Господь показывал людям святость почившего праведника. Похоронили отца Христофора в Веневом монастыре, в котором раньше служил. Монастырь древний, 12 века. Батюшка говорил, что здесь много лежит неведомых миру подвижников. По преданию, верхний храм на втором этаже был построен ангелами за одну ночь. Сюда приходил преподобный Сергий Радонежский и оставил свой посох, который в послевоенное время еще сохранялся. Очень почитал батюшка, похороненного слева от алтаря храма, отца Афанасия Реутова, раньше над могилой которого стояла сень. Он всем говорил, что отец Афанасий – великий старец. Рядом с ним батюшка и завещал себя положить. Приехали со всех городов, со всех сел, кто его знал, кто не знал. Очень было, и даже у Собтины приехали старцы, батюшки и монахи. Вот. И, конечно, это было не столько погребение, сколько был праздник. Сколько был праздник, потому что и скорбь, и радость, понимаете? Потом повезли его в Веню монастырь, а там уже запели Пасху. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогой и любимый наш батюшка Христофор, Бог Творец изрек, что всем время и время всякой вещи под небесем. И возвратится персть в землю, як уже бе, а дух возвратится к Богу, иже и даде его. Но вот пришло время, пришла пора, когда и для тебя открылась таинственная дверь вечности. И подобно тому, как люди, входящие в дом, оставляют входную одежду у входа в этот дом, так и душа твоя оставила тело и теперь готова вознестись к Богу, подателю этого духа для того, чтобы дать справедливый отчет о том, что ты с телом соделал, или благо, или зла. Все мы, собравшиеся сегодня здесь, в этом святом храме, знаем и свидетельствуем, что житие твое было нескверно, и что все мысли твои всегда были устремлены к горе, всегда неслись к Богу
и вся твоя беседа с теми, кто приходил к тебе, или просто побеседовать, или разделить свою скорбь, всегда сопровождалась упованием на Бога, на благодать, на помощь Божию. И вот мы сегодня пришли, чтобы, выражаясь языком человеческим, отдать последний долг тебе. Но правильно ли это будет, последний долг? Все мы у тебя в неоплатном долгу. А если сказать в более широком смысле, то осиротела Тула, осиротела область ее, осиротели и многие другие пределы земли нашей, осиротели потому, что ты от нас уходишь сегодня. Уходишь сегодня во исполнении сказанного, блажен путь, вонь же идешь и брати днесь, яко уготовось тебе место покоя. Мир тебе и вечная память. И вот заходим в церковь, там народу много, а там низкий свод. И вот птицы прям вот между ушей, вот между плеч, прям вот. А уже, ну, темно на улице-то, а птицы, они... Откуда они в храм взялись-то? Они залетели. Залетели в храм. Мы заходили, они тоже залетали прям вместе с нами. А птицы уже, они спят в это время, уже, ну, все в гнездах, а в церковь заходили где-то часов, наверное, в 6-7. И откуда они такие птицы взялись? И залетели, значит, много, и как начали петь они там, ну, они прямо вот там... То есть гроб стоял посреди? Да. С телом, да? Да. И они, и там хор был, пел. И как они начали петь, они хор прям забивали. Вот. И выносили его, когда они все вылетели, и над этой, над могилой, когда землю уже стали, ну, закидывать, и они несколько кругов дали и улетели. Покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новопрестольному схиархимандриту Христофору, и сотвори ему вечную Когда мы говорили: батюшка, ну как же мы без вас останемся? А он говорил, ну, со Господом, я оставляю на Господа, на Царицу Небесную. Вот, ну и приезжайте на мой холмик, поведайте мне все свои скорби. А я
там молиться, оттуда буду молиться. А вы мне приезжайте и поведайте все свои скорби. Молите упокоение души усопшего, раба Божия, преснапоминаем о скерке молитва Христофора, или проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог учинит душу его, где же праведни упокояются. Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Он сказал, больше вас, старцев, не будет никаких. Не будет. Плохо он будет без старцев, больше вас ничего не будет. То есть имел в виду себя, да? А? Имел в виду себя. Вообще, да. Никого не будет. Больше вас, старцев, не будет. И вот и плохо он будет без них. Конечно, кому обратиться-то? Батюшка, во время в храме, чтобы не рассеиваться в молитве, как бы ты служил? Серафим Саровский учит. Сейчас же открой глаза и смотри на свечу. Как горит свеча, да, и вот молись. А потом опять немножко можно открыть, закрыть глаза и молиться. Ну и потом так, если ты не все доходит, все слова, которые читаются там далеко где-то, то нужно молитву тогда читать в это время. Иисусу молитву можно читать. Да, но только чтобы, так сказать, время не проходил так просто. Отсидел или отстоял. Вот. Читать молитвочку в это время самому тогда уже надо. Да, вот как бы Серафим Саровский, Богородицу надо читать 150 раз в день. И сейчас надо, батюшка, об этом стараться, да? Да. Молитву нужно любить. Да, бодрствуйте, молитесь, да не гнить в напасть. Бодрствуйте, гнить в напасть. А там, как спаситель, говорит, друг другу чаготы носите. И так вы исполните закон Христов. Во. Потом вы же сказали, исправляйте что? Духом кротости. Будь такова, духом кротости. Там друг другу всегда принесли. И так исполните закон Христов. И Спаситель сам сказал в Евангелии. Научитесь от меня, и как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящий покой душам вашим. Вот. Это слова Иисуса Христа. Непреложные слова. Как нам сейчас насчет монашествующим спасаться? Кротость, смирение, терпение и труд. Вот что. Самое главное быть, как вот сказано, что будь ко всем снисходительно, к себе строг. А к братьям будь снисходительно. А к себе будь строг. Так что вот такое положение.
Батюшка, как от гнева, с когда не, что-то не получается там это. Значит, так. С гневом, батюшка, это да, такая. Как в ходе там сказано, Давид Пророк-то. Гневайтесь и не совершайте. Смятовся и не возглаголок. Во! Смятохся тут вот в сердце. И не возглаголок, промолчи. Вот смятохся и не возглаголок. Во! Давидка. А через 3 минуты или 5 минут ты сам увидишь, как ты хорошо сделал. Что слово серебро, а молчание, что золото. Да, перемолчишь, сам себя благодарить будешь. Да, сам себя благодарить будешь. Лучше перемолчи. Да. Переживешь в сердце, а языком не надо. А потом все будет хорошо. А потом все-таки я так скажу еще тебе. Смиренный человек, как ты его не унижал, он все равно не обидится на тебе. Вот одна усадца, пришли, давай его гвоздить. Ты что, блудник? Да. Ты пьяница? Да. Ты еще что-то? Да. И замолчали. А он тогда сказал, это что мне сказали? Если бы сейчас мое бы сумели бы раскрыть сердце, вы бы мне бы сейчас в лицо бы наплевали бы. А то вы не видите моего сердца. И они замолчали и ушли. Видишь, кротость, смирение-то? Оно не обидит. У смиренного человека обид быть не может. Да, гневайся и не совершайте. Вот что, гневайся и не совершайте. Да, значит, ты тут погневайся внутри-то. А не совершай языком-то. Молчи. Вот. Вот ты все делал, да. Сам на это вот обращай внимание. Обязательно тут себя и проверяй. На какую отметку сдал? На двойку передавай на тройку, с тройки на четверку, может быть, и дальше пойдешь. Но во всяком случае, пересдавай, это экзамены. Когда тебе против сердца кто-нибудь гладит, в это время перемолчи. А вот, толк не озлобляйся, толк нет, ни в коем случае. Если озлобился, то значит ты уже поддался. Надо себя проверять и пересдавать экзамены. Потому что вы пошли в монастырь не в дом отдыха, а пошли в дом подвигов. А там гладить должны больше против шерсти. Если по шерсти будут гладить, то ты смирение просто не научишь никогда. А когда тебе против шерсти гладят, вот тут ты смолчи, перемири и люби этого человека, который тебе против шерсти гладит. Вот тут вот ты сдавай экзамены. Ну. И ни в коем случае не озлобляйся. Да. Батюшка, да. А когда есть как бы в сердце с некоторыми братьями какая-то неприязнь, то есть, казалось бы, с ними и не ругался, и нет никаких-то поводов даже к этому. Да. То есть к ним как-то расположен. Разве не с домом ходи, и Господь прият меня. Угу. Вот. Антоний Великий на эти слова обращает внимание особенно. Разве не с домом ходи. Ты скажи, а я хуже его 100 раз. Угу. Когда себе скажешь, что я хуже его, тебе легче будет. Угу. Да, вот. Это что скажи? У него... вот у него спрашивали у одного старца. Вот какой тяжко грешнее, пьянство или осуждение? Он сказал, осуждение грешнее пьянство. Так что, ты видишь, вот осуждать, мы можем мысленно осуждать, но... Осуди снова себя, бревно в своем глазу. Его мы видим, а себя-то нет. Вот тут ты и учись себя, тут вот себя-то и управляй на этих вот местах-то. А если будете все гладко, то не научишь ничему, нет? Вот тут ты себя и старайся. Вот когда была София в Шамардине, мудрая игуменья, и когда она была в строгах каким-то сестрам, то сестры были очень рады, говорят, она и на меня обратила внимание. Вот видишь, какое дело, обратила внимание на меня. Совестись. А то мимо прошла бы, не заметила бы. Так что они его даже благодарили за это, за совесть. И радовались даже этому, что на них обратили внимание.
подходить духовно к этому, мудрость, кротко, смиренно. Вот. А если тщеславие, самолюбие, то так знаешь, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И всегда я хочу тебе иметь примером земледельца, который очень трудолюбиво, можно сказать, трудится на своем поле. А дождя-то нет. Труд, трудов много, и самых таких добросовестных трудов. А урожая нет без дождя. Тогда он обращается к Богу с молитвой. И когда мать Господь подает дождь, у него обильный урожай бывает. Так и у тебя, монах. Ты трудишься, но если у тебя нет дождя духовного, то есть благодати Божией, то труд твой не даст тебе ничего. А ты смиришься до зела. Аж же смиришься до зела. И тут тебе пошлет Господь благодать. Я всегда вспоминаю апостола Павла. Он к Господу обратился. Господи, что ж ты, Господи, ничего, как сказать, не помогаешь, не действуешь на меня. Смотри, нас сажаете в темницу, нас и камнями побивает, нас и тот, и в море бросает. Вот, а мы, да, и Господь молчит. Да здесь мне сатана, да ми пак сидей. А Господь на первые две молитвы промолчал, а на третью ответил. Да здесь и тебе благодать моя, сила Божья в немощи совершается. О, скажи, Господи, давай мне все буду переносить, все скорби, то благодать, чтобы было со мной твоя. Сила Божья в немощи совершается. Вот тут-то, когда ты бываешь на краю гибельки, тут тебе Господь посылает благодать. Благодать — это есть дождь наш благодатный, духовный дождь, без которого наши подвиги ничего не дадут. Подвязайся, а сам смиренно все это творит, да, чтобы Господь послал благодать. Так и Серафим Саровский, он говорил, основная часть после молитвы – это есть, можно сказать, неконечные подвиги. А конечный подвиг – это есть стяжание благодати Божьей. А если только помогающий стяжать Божью благодать после молитвы. Батюшка, а как почувствовать, в сердце есть эта благодать или нет? И как слушать? Если будешь смиренный, то почувствуешь сам. Угу. Да. А если не чувствуешь, значит, у тебя есть или тщеславие, или самолюбие, или еще что. Вот в чем дело. Да. Вот так тут. Но никогда не говори, о, я достиг. Нет. Милости Божьей Господь дал. Господь дал. Помог мне. Помог. Батюшка. Не оставляй меня, Господи. Так. Батюшка, когда на душе охлаждение такое, то есть когда сравнишь что-то... Да Богородица берет, считай. Вот так, да? Сейчас прям как Саровский Серафим, 150 раз в день. Угу. Идешь по дороге, а сам Богородица считает. Батюшка, какие еще как бы так вот мысли помогают так, самому себе как бы напомнить об этом, чтобы ревность, чтобы не охлаждаться как бы, в таких вот как бы в заповедях? А вот тут чтобы... в молитве подвязайся, Иисусу молитвы, Богородице... Вот пятисотница, она как раз это и дает-то. Угу. Нужна умно-сердечная молитва, умом, сердцем, а потом она будет и живая уже. Это уж третья степень, наивысшая, живая. Она в жизни будет. А сразу не приобретешь. Это все приобретаешь трудом. Трудом непощадным, но сам не щади себя. Не щади. Вот только так-то. Труд и молитва. Батюшка, как вот глаза свои уберечь? Сейчас все-таки едешь, там и разные ходят. И да стараюсь не глядеть, только все, не гляди. Ну, а если все-таки как бы немощи такие, все-таки смотришь там и некуда деть глаза? Да, стараюсь не глядеть туда, где тебя, куда не полезно глядеть. Туда не гляди, не надо. Уклоняйся. Сейчас же уклоняйся. И будешь себя приучать. И у тебя уже навык появится.
уже появится даже и, так сказать, способность к этому. Но только с благодатью Божьей. Благодатью есть, я уже есть. А без благодати я ничто. Батюшка, когда уныние на душе, что-то такое, не складывается обстоятельства, как-то... А вот, батюшка, ну что уныние лености внука, а лености дочери, вот огнать ее прочь, Богу помолись, здесь трудись. Уныние пройдет и внуку отойдет. Вот сюда. Значит, нужно помолить. И так же и Антония у великого было. Потрудись и помолись. Помолись, потом потрудись. Потрудись, потом опять помолись. Вот. Вот и будет идти. Все это на практике постепенно. А так, теоретически сказать, это не то. Нужно надеяться, что вот все шло. Вот. Делай себе, не жалей себя, не щади себя. Перетирай, перетирай. Вот, смирение одним словом, оно тебе научит всему. А что ты сказал сейчас? Любви как больше, вот братья там или... А ты молись, Господи. Да, помоги мне, говорит, пользоваться вере, надежде и любви. Подобнее, Господи, помоги мне любить. Потому что, вот видишь, владыка митрополит Филарет, покойный, канонизированный, теперь он в своей молитве обращается к Господу. Господи, ты научи меня любить тебя, как ты меня вот любишь. У нас нет той любви к Богу, которая должна быть. Всем сердцем, всем умом, да, всем разумением своим. Нет. Научи мне, Господи, помоги мне любить. Молись Богу, дай мне, Господи, дары мне. Подобнее любить тебя, все души, помышления, всем творить волю твою. Вот так надо. Помоги мне, Господи, помоги. Сам я, Господи, не могу. Вот, душечка моя. Ой, спасибо, Господи, что так нас принял, да. Ну, спаси Господь вас, милочки дорогие.